Ботанический сад Рио-де-Жанейро снова распахнул двери и ждет гостей. Их встречают тенистые аллеи, живописные пруды, фонтаны и пышная тропическая растительность. Думаю, особенно в это время, после длительной изоляции, сад позволяет вздохнуть свободно. И хотя мы по-прежнему должны следовать правилам безопасности, это пространство, эта зеленая городская территория предоставляет людям важную услугу, дает возможность отдохнуть на свежем воздухе. Из-за карантина сад не работал почти 4 месяца. Птицы стали чувствовать себя привольнее, осмелели и обезьяны. Чем меньше людей, тем чаще показываются обезьяны. Когда в саду больше народа, животных видишь реже. Сейчас здесь есть на что посмотреть. Много обезьян и птиц. Хотя в Бразилии по-прежнему свирепствует эпидемия, сотрудники ботанического сада уверяют, что их гости будут в безопасности. На входе стоят дозаторы с дезинфицирующим средством. Посещение сада нужно бронировать заранее, и число гостей ограничено.